в любую сторону. SD-карта, задняя камера и USB. Больше здесь ничего нету. Так, это провод к задней камере. Резинки. Это камера заднего вида. Вот. Сейчас по-быстрому посмотрим меню, что есть в меню, и будем устанавливать на автомобиль. Так, кнопка вот включения. И экран выключает эта кнопка, и нажимаем и держим, выключает устройство. Все. Настройки. Разрешение. Auto off. Есть также русский и другие вот языки. G-сенсор. Паркинг. Сброс настройки, формат языка, звук. Для связи. Очень классно подошел. Вот. Чуть-чуть опять туда и ничего не видит. Камера ничего не мешает камеру. Можно повернуть сюда. Водителю даже можно повернуть внутрь автомобиля, можно повернуть обратно. Очень хорошо сидит. Сейчас буду подключить и заднюю камеру для теста и питания. Вот задняя камера. Так как у меня уже установлена задняя камера, и я эту камеру просто снимаю для теста, я не буду устанавливать. Я просто вам покажу, как все это установить. Подключайте вот сюда провод к задней камере. Вот. Это красный провод, этот красный провод подключайте к фонарям заднего света. Вот это подключается к плюсу задним фонарям. Я просто подключил сразу к прикуривателю, но вы этот провод подключаете к плюсу задних фонарей. Вот. Я как подключил. У меня уже установлен вот и подключен к монитору. А это вот эта камера. Вот такой. Может, есть самоклеющий вариант. И можете прикрепить болтиком. Сейчас, допустим, подключена задняя передача. Вот ребенок, видите, идет.
И я ставлю нейтральку или на D. Снимаю с задней передачи. Вот будет примерно так. Включается передняя камера, сразу идет запись. Ну, все время идет запись. Ну, просто подключается передняя камера, передняя видеорегистратор. Вот эта камера. Вот. Видите? Вы можете настроить вверх, вниз, как вам угодно. Туда, сюда, вверх, вниз. Как вам это все удобно. Угу. А когда вы опять ставите на заднюю передачу, подключается задняя камера, опять ставите D, опять идет передняя камера. Все очень просто, все очень круто, очень качественно. Даже эта камера задняя лучшего качества, чем вот у меня заводская. Давайте сравним. Это задняя камера, а давайте посмотрим, как у меня. Видите, у меня качество даже хуже, чем этот. Вот. Записи вот в этой папке. Все записи. Нет, назад. Надо спуститься вниз и посмотреть последний завод. Со звуком можно удалять вперед, назад. И все такое. Когда выключаем заднюю передачу, то остается такая картинка. Вот. Можно через эту кнопку менять, посмотреть сзади, что происходит, и спереди. А если сзади, то при подключении задней передачи только подключается линии. Только появляется линии. А при отключении все, остается только задняя камера. Но вы, когда уже переходите на переднюю камеру, при подключении задней передачи включается задняя камера, а при отключении опять передняя камера. Но опять же повторюсь, вы вручную можете изменить и посмотреть, что происходит у вас сзади. Это фото, а это нажимаете, чтобы сохранить запись. Когда идет запись, вы нажимаете на эту кнопку, чтобы сохранить файл от перезаписи. Все, показываю уже записи передней камеры. Всем спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи на дорогах. Поехали тестировать. Чуть-чуть опять настроим. Когда экран автоматически выключается, вы в любое время можете касаться и включить экран.